Час номер 12 называется Цафун. Если вы помните, раньше мы разделили маца на две части, большой и маленький, на вав и на далет. И сейчас мы это скрывали где-то, потому что у нас был план. У нас был план это скрывать, то есть скрывать, что, что у нас есть терпение ждать. У нас есть терпение, у нас есть план, мы можем продолжаться. У нас есть упорство закончить наш процесс. Не просто начинать, у нас есть сила продолжаться до того, как мы его реализовали. И сейчас мы возьмем две части вот этого маца. Мы говорим вместе цафун. Цафун на иврите это скрытый. И поэтому мы хотим, что все, что было скрыто, все секреты, все понимания, которые были скрыты у нас, почему были скрыты? Потому что мы были как молоды. Мы не были готовы воспринимать такие идеи, понять какие-то вещи о нас, о мире, о других. Мы сейчас готовы, потому что мы взрослые. И мы готовы как-то получить вся информация, все знания и сознания, которые космос нас хочет давать. На самом деле мама и папа, космический мама и папа хотят нам давать. И это тоже, как говорят каббалисты, это символ жертвоприношения, которое принесли во время храма в этот ночь. Называется Песах. И мы это едим и медитируем получить от папа гвуот от даат катнут алеф. Мы говорим вот лешем ихуд вместе, лешем ихуд куча берешонте. והתחילו אורחים, אורחים, התחילו החדש עם יקיבב, כי בשום בכיר שם כל ישראל. הנה אני מוכן ומזומן לקיים מצוות אכילת אפיקומן, והינו אבדוני אלוהינו, עלינו מעשה ידינו כוננו, ומעשה ידינו כוננו. הם יעידים אפיקומן ומייסים, מדיטירים פלוצ'ית, פסיה, בלגסלווניה, פנימניה, פסיו שטובילה סקריטה, שטוסטלי, פניאטי.